Этому профессиональному празднику меньше 10 лет. В России 21 апреля отмечается День местного самоуправления. Приурочен он к изданию в апреле 1785 года императрицы Екатериной II жалованной грамоты городам. В мэрии Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. Главными действующими лицами стали специалисты разных отделов муниципального образования, которые зарекомендовали себя как добросовестные служащие. Их поздравили представители органов власти Карачаево-Черкесии и региональной столицы. Уважаемые депутаты, уважаемые муниципальные служащие, от правительства себя лично поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Работать на благо людей и сложно, и ответственно. Вы ближе всего находитесь к людям. И самый главный ваш капитал – это доверие людей. Коллеги, примите слова благодарности за каждодневную работу, которую вы ведете по реализации государственной политики, направленной на улучшение социально-экономического развития города Черкесска. Спасибо за понимание того, что каждый из вас на своем месте трудится над тем, чтобы реализовывать новые возможности по развитию нашего города, решает насущные проблемы земляков. Коллеги, от всего сердца желаю вам успехов, реализации всех намеченных планов, счастья, неиссякаемой энергии, вашим семьям стабильности и благополучия. Впрочем, за поздравлениями не была забыта и проблема, которая больше года беспокоит весь мир. Первый зампред правительства Руслан Тамбиев еще раз напомнил о необходимости каждому ответственно подойти к здоровью, своему и окружающих. Ситуация с коронавирусом. У нас еще нет, что мы ее не победили, эту болезнь. Мы не можем еще до конца ее управлять. Поэтому я призываю всех. Вчера в своем послании очень много этому внимания уделил наш президент страны Владимир Владимирович Путин. Прошу всех вакцинироваться. На сегодняшний день я скажу, что ситуация в районах лучше, нежели чем в городе Черкесске. Всегда Черкесск был впереди, а на сегодня Черкесск один из самых отстающих по вакцинации.